В гимназии номер 92 прошло торжественное собрание, посвященное 21-й годовщине независимости Республики Казахстан. Школьники среднего и старшего звена основательно подготовились к мероприятию. Прозвучали стихи и песни на государственном языке. Педагоги гимназии рассказали учащимся о жизни и трудовом пути главы государства Нурсултана Назарбаева, а также о становлении Казахстана за годы независимости. Нужно отметить, что учебно-воспитательный процесс гимназии номер 92 проходит в патриотическом направлении. К важным для страны датам школьники готовятся основательно. Наши учащиеся и педагоги нашей школы подошли к этому мероприятию с большой ответственностью, с результатами тех лет, которые прошли, и видят видение в будущее, что учащиеся – это наше будущее Казахстана. И непосредственно сегодняшнее мероприятие говорит о том, что наши дети любят свою родину, повышают свой уровень знаний, участвуют активно в общественной жизни города.